Стоимость нефти в следующем году сохранится на прежнем уровне $51 за баррель, а к 2020 году достигнет $56. Таковы прогнозы Международного валютного фонда. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу заместитель директора департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Юха Кяхконин назвал гибкий обменный курс верным решением Нацбанка Казахстана. Эксперт уверен, Казахстан сейчас на правильном пути, учитывая меры, принятые правительством в рамках программы «Нурлы жол» и 100 конкретных шагов. Все эти действия позволят укрепить финансовую систему и справиться с текущими вызовами. В МФФ ожидают, что ввод месторождения Кашаган также внесет свой вклад в развитие экономики. В настоящее время цена на нефть не совсем радует, что и в течение следующих 2 лет еще продолжится. Я не вижу проблемы со скромным подсчетом ее цены в бюджете. Лучше быть удивленным, что цена на нефть немного выше, чем неоправданно высокая стоимость. Хорошо иметь реалистичное планирование государственного бюджета.